Всем привет! Пока муж чистит мой сугробик, я с вами поболтаю. Мы уперлись из дома. У меня еще не чищена машина после снегопада. Вот, и мы сейчас держим путь в Леруа. Да-да, опять в Леруа. Ну, во-первых, нам нужно посмотреть плинтуса для ламината. Мы взяли досочку, чтобы приложить. И опять обои. Потому что в другую комнату. Вот. Шуршит он, да, опять? Чистит. Муж мне подарил какую-то модную щетку. Ну, как он, знаете, такой, на, пошетку. Я тебе, кстати, хотела подарить. Уходит в машину, приходит, на щетку. На которой с одной стороны щетка, а на другой стороне там этот, чистит стекла. Такой мне дает, на, а то у тебя плохая чистит стекла. Типа, тебе, я говорю, а что мне? Я говорю, все равно чистишь ты. Я говорю, ты себе подарок сделал. Не, ну, конечно, я просто сейчас, если бы я возила Лику, то чистила бы я. Просто сейчас меня выручают и ребенок понимающий, и мама с бабушкой выручают. Вот. Сейчас раз, и освещение появится. Она еще и подледенела. Вот это вот вообще, я почистить снег-то ладно, а вот когда это ледяно, налить вот это, не очень приятно. Вот сейчас прогреется машинка. Вот так. Опять у меня, как всегда, планов громадье. Сейчас. Но это перестанет делать. А чем без перчаток, интересно? Ладно. Я же не могу ему сказать, не шаркай тут. Он мне скажет, что ты делаешь, если машину чищу. Вот, короче, план в громадье на сегодня, хочу еще попасть в Сбербанк. Буду я делать Кате отправку через Сбербанк опять, доставку, потому что в тот раз у нас прошло все гладко, а как вы поняли, ЕМС это вообще просто отстойный, и Почта России. Хочу я записать кляузу на них, вообще жутко, потому что так подводить людей просто нельзя, потому что теперь... Ну, соответственно, Галя уехала из Питера, и ну, там особо некому получить посылку. Сейчас надеемся, что все-таки получится, но все равно человек уже уехал. То есть надо придумать, как это передавать в Финляндию. Ну, в общем, все очень грустно. Но мне надо вот сесть тоже. Вот вчера надо было, кстати, сидела уж ночью, надо было закончить с компьютером, сделать это вот... Как это... А, у меня бумажка, кстати, здесь, пока я не забыла. Надо вот ее взять, чтобы все внести. Аж наверняка скажут, отфотографируйте это, отфотографируйте то. Вот. Поэтому через Сбер буду логистику отправлять, мне кажется. Вы знаете, там даже, вот я смотрю, получается, по-моему, дешевле. Просто единственное, что через Сбер логистику не все можно. А Катюшка тогда мне сказала, что она хотела тоже через Сбер логистику Лике подарок отправлять, а вы помните, это картины. И она по габаритам у них почему-то не прошла. Вот. Поэтому я здесь надеюсь, что у меня все пройдет. Потому что я могу это компактно сложить. Вот. Так что вот так. А, еще, знаете, у меня возникла такая идея, но я еще сделаю пост об этом, опрос, наверное, мне будет интересно ваше мнение. Но я хотела бы провести предновогодний стрим с розыгрышем подарков. Я вообще очень люблю, у меня были на канале даже до этого конкурсы. Кто больше это начал делать. Слушайте, это надолго. Все, лобовой будет чистить. Сейчас я подключу. В общем, я раньше проводила конкурсы, мне это очень нравится. Мне нравится отправлять потом эти подарки. Вот. Но я бы хотела, знаете, сделать такие небольшие сувенирные чисто подарки и проводить викторину, задавать какие-то вопросы в стриме, да, и там отвечали, чтобы кто-то, ну, кто ответил, там, первый, например, победителем. Вот. Ну, короче, такая какая-то идея, я еще не знаю, как это точно придумать. Вот. Но единственное, что... все-таки, ну, хотелось бы, чтобы это
справка была по России, потому что, ну, вот так вот отправляют даже молочоку, за границу, конечно, дороговато. Но я подумала, ведь может участвовать тот, кто за границей, но у них наверняка есть в России, у кого-то всегда есть друзья или родственники, и как бы для них выиграть, а я отправлю, например, им, ну, друзьям или родственникам этих людей, от них привет такой. Вот. Что вы думаете, напишите. Ну, я, конечно, говорю, создам еще пост. Ну, в общем, какие-то такие у меня идеи рождаются, хочется это сделать. Как бы стали бы вы участвовать или нет? Ну, просто интересно. Вот. Ладно, мои дорогие, поехали. Ну, машинка прогрелась. Можно в путь. Смотрите, какая клевая машинка. Слушай, а это не... А, нет, ну это не красный тот, да? У нас еще такой красный был. Это он, просто переделал. Он переделал, да, ее, который ездил, такой у него музыка была. Там прям этот мужчина взрослый сидит, такой седой, бородатый, прикольный, вообще крутая тачка. Молодец. Это костюмная бутылка. Это у нас в МФЦ, это вкусно. Это так скучно выбирать болгарку, оказывается. Денис уже минут 10 стоит. Тут разные цены. Я говорю, ну возьми среднее что-нибудь. Это очень скучно. У нее сломалась болгарка. Ну, у нее такая была обычно дешевая еще. Вот, я приехала сейчас ее покупать. Мне вот что. Мне больше ничего не надо. Ну, как важный ходит. А каким ты параметром выбираешь? По мощности и по долговечности. Что? Мощности? Ну, и по долговечности. И долговечности. Короче, а самое, что, ну, такое, я не могу ему же помочь ничем. Так бы хоть трындел, советовал что-то. А так стоишь, скукота, неимоверная. Маки тут ты хотел изначально. А еще наш кожу, да, снимался? Ну, нам, блин, 840 ватт. Мало? Опять задымить. Задымиться? Ну бери мощнее, ну вон они, их там еще, блин, миллион. Чего ты встала-то около одних? Не, ну тут вообще, ну глупо так смотрится они. Система не бежит. Тор смотрит на малыша. Он, видите, там пушистый комочек ходит. Тор стоит. Да? Ну, я просто боюсь, что сейчас дернет сильно. Аккуратно подходи. Нельзя так вести себя. Все-таки Торик очень большой для такой игры с маленькими. О, снег у нас все лежит, немножко осел. Как видите, мы вышли с Ториком гулять вечер. Я хочу с вами немножко побеседовать. Вот не знаю, меня же совсем, да, плохо видно. То есть так, наверное, не очень хорошо будет меня смотреть. Сейчас мы выйдем куда-нибудь, может быть, на освещенное более место. Я включусь, расскажу вам, что к чему и почему. Вот видно вам, два окошка вот мигают, видите как? Это я, помните, вам рассказывала, что вот прикольно идешь, огоньки, там елки зажигаются уж в каких-то окнах. Вот там наверху гирлянды. Вон. Ой, вот, видно. Ну, чуть-чуть сейчас. Сейчас я сделаю, чтобы нормально было видно. Во. Да что такое? Ну, нет, вот так. Как? Вот. Я вот этот вот момент, я говорю, я обожаю. Когда все больше и больше, вон там гирлянды еще одну вижу высоко. Елочки, ну раньше были вот все-таки в моем детстве, это, конечно, были не гирлянды. Гирлянды все вешались на елку. Кстати, у нас, например, в семье не было принято, что мы куда-то вешали, когда я маленькая была, мы вешали, например, эти, как это называют, гирлянды, кроме елки. Вот. Дорожки чище у нас. Я не пойму, мне кажется, раньше у меня как-то фронтальная камера светлее показывала вечером. Сейчас вообще, да, как бы плохо видно. Тор, отходи. Не пойму, что такое. Вон еще окошки у нас тут с гирляндами. Ну, в общем, короче, вот это я люблю. Я начала говорить, что не вешали нигде, только на елку. У нас было всегда много гирлянд, такие старые были фонарики. Потом вот, ну все, она испортилась, сломалась. В общем, но она была очень клевая. Теперь вообще какая-то красная, не пойму. Ну, потерпите так.
Мия, чуть-чуть. Послушайте меня, не смотрите, прослушайте. Вот. И... А сейчас вот, да, вот и для окон эти гирлянды. Больше гирлянд, чем елок видно в окно. Раньше вот именно елки были видны в окно. Разноцветные всякие огонечки. Вон там на самом высоком этаже, на предпоследнем этаже гирлянды вижу. Ну, короче, много гирлянд. Вот. Что я хотела с вами поговорить. Во-первых, я вышла продышаться в квартире. Денис штробит. Вот. Уже несколько дней. Очень тяжелые стены, очень тяжелые. Поэтому рассчитывали в один день не получилось уложиться. Пылище, как бы мы закрываем все, но вообще надышались. Он, а он, типа, представляете, находится в комнате, всем этим дышит, он хоть в респираторе. Вот все такая фигня. И вот прям чувствуешь, что у тебя в легких все стоит. Вот. Ну, в общем, во-первых, подышать, мысли как отдыхать, у меня спина же все это все равно дает о себе знать. Ну, я вышла погулять с Ториком. Что хотела сказать. Вы сейчас там увидели влог такой небольшими нарезками, да, но вначале я там так болтаю еще, потом небольшими нарезками. Хочу сказать, что это снято за несколько дней. Я снимала какими-то урывками. Что-то происходило. Мы много ездили по магазинам, мы много куда ездили. Какие-то различные инстанции, какие-то встречи были. Очень много разговоров телефонных, переписок. И вы знаете, ну вот просто как-то ни настроения, ни времени, ни сил у меня не было снимать. У нас то одно, то другое. Ну, в общем-то, много что происходит такое, что я перевариваю себе. И знаете, ну, в итоге, кстати, помните, вот это миссис Рождество фильм, я говорила, что я не досмотрела. Мы досмотрели. Ну, действительно, такая семейная, банальная рождественская комедия и такая, ну, мелодрама где-то можно назвать. В общем, очень добрая, такая позитивная, как я и предполагала. Кто хочет, вот легкости прям вообще. Но при этом очень красивая, яркая картинка. Вот что мне нравится в американских фильмах, вот у наши новогодние фильмы, вот честно, я не знаю, как так связано. Наши новогодние фильмы, они почему-то чаще очень темные. Потому что, знаете почему? Потому что показывают съемки, как правило, какие-то вот сцены. Они в вечернее время, чтобы вот эти огни, елки были видны, то есть подсветки, а само как-то вот больше темное. А американские фильмы, у них вот эти рождественские, они, как правило, вот это вот белое, красное, золото, у них такое оформление, все такое светлое, яркое. То есть они не делают на огоньках, но, конечно, даже если показывают какую-то подсветку, да, дома украшенную, то это быстро и все равно как-то это вот ярко. Ну, правда, вот, не знаю, замечали ли вы, что вот рождественские там новогодние фильмы, они как-то светлее американские, нежели наши. Наши, они какие-то все вот в ночное время. Как бы, ну, может быть, у нас потому что Новый год, вот там все вот происходит, какие-то чудеса ночью, и вот, ну, в общем, потемнение. Вот. Вообще, я не понимаю, мне кажется, что-то с телефоном, с камерой. Потому что, мне кажется, раньше оно как-то все равно светлее снимало. Вот. Ну, в общем, а потом, вот просто хотела еще вам рассказать, как я вот, бывает, знаете, в течение определенного времени, да, но жизнь идет, она же не только состоит из ярких и хороших, и, как сказать, не происшествия, из хороших действий, да, в жизни. Ну, короче, все равно есть какая-то нервозность, какие-то напряженные моменты, какие-то не очень приятные моменты. И вот эта вся напряженность, она копится. Потому что, ну, чем, мне кажется, ты старше становишься, тем больше ты как бы принимаешь вот эти моменты, ты их осознаешь, ты их перевариваешь, как бы проходишь. Ну и у тебя нет, у меня, по крайней мере, уже нет таких вспышек ярости, прям вот выплеска и вот этих эмоций. То есть ты их учишься сдерживать, да? Вот дети у нас, чем детям хорошо, и мы, кстати, сами их учим это сдерживать, хотя, наверное, может быть, не надо. Они выплескивают вот сразу. Вот им что-то не понравилось, они прям могут по стенке стукнуть, там, закричать, это они так выплескивают эмоции. Вот, но вряд ли, вот, девочка в 36 лет, да, как бы раньше, если мне что-то не понравилось, мне кто-то взбесил на дороге, 25 лет, да, это все. Обогнала, подрезала, выругалась, короче, все, показала всю свой психоз, недовольство, в общем. Ну и во всех ситуациях, даже с мужем, да, какие-то мелочевки, там что-то взбесил, надо срочно. Вот, кстати, муж звонит.
Муж позвонил, прервал. Ну, в общем, на чем? Потому что муж выбесил, сразу там устроил скандал, истерику. Сейчас такого нет. Но мне кажется, это нормально, когда там люди до определенного возраста такие эмоциональные, все. Но да, с годами как бы должна приходить какая-то мудрость, сдержанность. Ну, и когда в 36 лет, там, 40-50, баба как нормальная орёт неадекватно, ну, это уже смотрится по-другому. Вот. И вот, знаете, эмоциональный фон, он накапливается даже... Да не по каким-то ситуациям, а происходит вот что-то, да? Ты что-то терпишь, ты вот ну, зачем ты наблюдаешь, тебе плохо. То есть ты даже, ну, иногда это не то, что тебя раздражает, а просто тебе плохо, а изменить ты ничего не можешь. Ну, какие-то такие вещи. То есть ты понимаешь, что изменить ты ничего не можешь в ситуации, и ты вот, ну, короче, нервное напряжение копится. И знаете, мне, я это не часто делаю, но бывает. В общем, мне Денис... давно говорил, я слышала, фильм есть «Марли и я». Это про семью и про собаку, лабрадора, который копия Торик. Вот многие говорят, что он не похож на такого лабрадора. Ну, вот там именно такой американский лабрадор. Вот он копия практически Торик. Вот. Я знала про этот фильм, что есть такое все, но как-то я его не смотрела целиком. И мы смотрели, все прикольно. Короче, вернее, он мне говорит, давай посмотрим. Я говорю, ну давай. И мы так прикольно смотрели его, так все было здорово. И тут я где-то ближе к концу, я понимаю, что попахивает тем, что собака умрет в конце. Я говорю, что он умрет? Денис говорит, ну да. Говорит, но над старости все, понимаете? Во-первых, я говорю, ты вообще, конечно, нашел, что показать мне? А я и так вот, я реву там над мультиками, реву, в принципе, над всеми фильмами. А здесь, представляете, я смотрю на Тора. Ну, я же все понимаю, что собаки в любом случае живут недолго. Вот эта собака, которая... он мне говорит, Женя, эта собака жива будет, она же это только в фильме. Ну все, я рыдала, наверное, минут последние 20 фильмов, я просто постоянно рыдала. Ну как вот вам сказать, просто захлеб, я не могла остановиться. Но это происходит, знаете, ну, потому что, не потому что я прям, вот знаете, а есть же люди, которые смотрят, но все понимают и не плачут, ничего. А это как раз идет вот этот сброс энергии накопленный, вот это вот. Которое напряжение, и это идет. То есть я прорыдалась так, у меня все заложено. Мне прям, ну мне же даже плохо стало то, что вот нос заложило все. Я на следующее утро проснулась, просто вся отекшая, опухшая такая. Ну, то есть прям вот рыдала. Понимала, что я плакала. Но знаете, оно стало как-то полегче. Вот как будто бы вот так вот выдохнула. То есть какое-то такое опустошение, какая-то перезагрузка произошла. И вот для себя я поняла, что. Блин, а так же происходит, я периодически, бывает, мы какой-то фильм смотрим, и я прям навзрыд, то есть, ну, можно там над каким-то моментом поплакать и перестать, а я все, я не могу остановиться, все, я плачу. И я понимаю, что это вот так вот я сбрасываю вот эту вот энергию, то есть у меня выходит это напряжение, вот эти какие-то расстройства, какие-то еще, причем я могу вспоминать какие-то очень старые моменты, ну, знаете, например, в такой момент я могу начать вспоминать папу, ну, вот просто, потому что я обычно... Знаете, как дочь своего отца, гордая, стойкая. В общем, есть у меня свои по этому поводу моменты. На похоронах я была такой, что были папины партнеры, были папины друзья. И в тот момент я прям вот шла такая гордая. Ну, то есть я вела себя очень достойно, потому что вот, да, я дочь, конечно, они смотрели. Естественно, когда приходят, смотрят, да, ну, многие... Ну, больше, конечно, знали семью, но какие-то партнеры там не знают семью, да, и вот они смотрели, и мне было важно, что достойно выглядит, что дочь своего отца. Вот, и я такая иду, в принципе, с этим, то есть я могу там советоваться с папой, я знаю, что рядом, поддерживать, но как будто бы у меня папа такой, знаете, он не сильно эмоциональный был, знаете, это как я сказала, наверное, что, ну, я же тебе сказала, что я тебя люблю, если что-то изменится, я тебе обязательно об этом скажу. Ну, такого плана. Он вот человек дела был. То есть пошел он сразу, купил машину, подарил все там, денег дал там. Это. Ну, то есть он такой вот. Ну, и я в каких-то моментах с ним, то есть тоже такая. И вот в такие моменты у меня, видно, появляется такая моя слабость. Я начинаю знать папу, мне так становится прям вот, ну, я начинаю из-за этого плакать. Ну, короче, вот такие моменты, понимаете, какие я вспоминаю? Вот. И много разного могу вспомнить мне со мной. То есть уже не фильм, уже не просто какие-то вещи, которые мне плохо, обидно из-за них. Я вот так вот это воспринимаю. И сбрасываю. Становится полегче. Так что если вот кому-то, может быть, тоже пригодится такой совет, сесть, посмотреть какой-то фильм, ну, добрый. Вот, ну, с такими вот трогательными моментами. И
Вернее, еще знаете как? Я еще тот человек, который... Может быть, и надо бы поплакать, а я вот, ну, не могу. Вот здесь вот, вот у меня все, кремень. И вот они как бы, да, раскачивают мне такие фильмы, чтобы выплакать уже как бы наболевшие. Вот и вы, если такой человек, что вам тяжело там вот заплакать. Ну, бывают такие люди, но не могут, даже вот плохо, сильно не могут. Вот иногда вот такие вещи помогают себя раскачать и, как говорится, выплакать горе и обиду свою. Ну, по-разному же бывает. Вот. В общем, что я хотела рассказать. Вот так. В общем, наболтала я с вами тут. Сейчас я приду, мы с Ториком погуляем. Я открою адвент-календари, пропущенные дни. У нас за эти дни что еще? У нас происходило, мы в магазин ходили. Я хочу сделать, но я сделала отдельное видео, потому что у меня тут доставки были. В общем, такой шопинг у нас был небольшой. Хочу с вами поделиться, может, для кого-то вот интересны эти штуки. То, что я там покупала по ценам. Вот. Так, наверное, будем прощаться, рука замерзла уже. А, ну, прощаться, сейчас адвент-календарь откроем, зато сразу много откроем, да? Сразу много окошек тоже. Ладно, так что увидимся. Так, ну что, мои дорогие, давайте откроем на сегодня, завершим так этот блок, ну, будет зато побольше открытого. Вот. А, значит, я помню, что я вместо 14-го тогда открыла 15-е число, да, по-моему, уже? Все перепутала. В общем, открываем. С какой стороны это открывается? Не вижу. Через видно сейчас. Да, вот они. Значит, мы сейчас открываем 14. Да. 14 же начало. А что мы здесь видим? Лапку. Ой, какая прелесть. Смотрите, вот так мне нравится. Я хочу, чтобы здесь была цепочка. Я хочу носить все эти подвесочки. Так, значит, дальше 15-е, 16-е мы сегодня еще открываем. Сегодня 18 число уже. Сейчас. Блин, ну вот, конечно, все здорово. Но так как он открывается. Вообще, вообще сейчас. Вот, 16 число. И здесь веночки. Блин, видите, как оторвалось у меня. А, мы тоже... Была такая подвесочка, я помню. Так. Ищем 17-е. Где у нас 17-е? Вот оно. Сейчас открываем 17-е. Не знаю, нужно включать камеру, когда открывается. Это не сломались ногти. Бум! Звезды, смотрите, как сверкают. Это тоже сережки. Слушай, так много сережек, обалдеть. Смотрите, как здорово. 17-е. Ну и давайте откроем 18-е. 18-е. Вот оно. 18-е окошко. О, сейчас опять порву. А здесь у нас фокусируйся елочки. Такие милые, замечательные елочки. Блин, круто. Нравится, очень мне нравится, в общем-то, этот адвент-календарь. Кстати, они еще есть в Эвене в продаже, поэтому всегда успеете заказать. То есть еще есть время заказать в каталоге. Очень классные и... Я думаю, что можно подарить даже на Новый год, и весь январь практически кто-то будет открывать или все сразу. В общем, рекомендую эти календари. С косметикой, ну вот не знаю, да, не все любят, не всем подходит. А вот такое, мне кажется, подойдет даже, ну, любой девчонке, подростку, еще кому-то. Ну, очень круто, так что имейте в виду. Ну и вот здесь у нас мы тоже открываем 14-е. Да что тут? Ну, это вообще какое-то безобразие. Можно? Я подам жалобу. Куда можно написать? В сообщество календарей. Кто у нас здесь? Это как свеча. А, свеча. Как будто бы горит свеча, и воск стекает. 15-е мы открывали. Ищем 16-е. Ищем, ищем, ищем. 16-е. Вот она. Нашла. 16-е. Та-дам! Открываем тоже 16-е. Я сейчас в шоколаде буду. А здесь такая новогодняя машинка. Действительно, эта машинка ассоциируется у меня с Новым годом. Так. 17-е. 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 Конек. Ой. Кстати, вы когда последний раз на катке были? Напишите. Я хочу в этом году все-таки попробовать посетить. Ну, после новогодних праздников.
и 18. Да что такое? Сани, наверное, да? Похоже на сани. Вот такой у нас адвент-календарь. Ну, давайте завершу я своим лицом. Такая домашняя, не накрашенная. Сегодня весь день не красилась, ничего. Вот, и такое освещение, потому что у меня есть, говорит, только маленькая лампочка. В общем, знаете, я опять же ходила, гуляла с собакой, как бы вам, может быть, не все еще сказала, что хотела сказать за эти дни, может быть, еще вспомню, что-то скажу. Знаете, действительно, такая сейчас нагрузка. Я не знаю, сказать, что мы выбрали тот темп, который мы не осилим, ну, да, сложно. Но, понимаете, когда я выбирала этот темп, я не думала, что будут накладываться еще какие-то вещи, какие-то ситуации, которые, вот так, наверное, будут тоже занимать какое-то время. Но ничего, я думаю, справимся. Конечно, идет не все так, как мы хотели. Но вот эту комнату мы... у нас уже в четверг должны прийти делать потолки, ну, в двух комнатах. Осталось только, вот скажу, у меня здесь вот Денис уже сделал вот наличники. Должны привезти вот эти вот штуки, которые вот сюда вот. То, что уголки, здесь большой зазор, у нас другие уголки немножко. Вот, то есть наличники, по крайней мере, уже сделаны. И в этой комнате еще осталось... плинтуса внизу прикрепить, но они куплены, просто другим занимались, поэтому так. Вот. А так, в принципе, эту комнату мы закончили. Поэтому кажется, что, ну, говорю, за эти дни столько всего как бы происходило, столько всего другого навалилось, что было очень сложно. Вот. Не знаю, сейчас я постараюсь... даже в этой комнате, как мне сегодня написали комментарий, это вот, ну, я говорю, вот я обожаю таких зрителей, я не знаю, человек, ну, мне кажется, человек, наверное, смотрит первый раз, и вот есть вот зрители, категория зрителей, которые делают выводы, вот так вот. Я снимала, ну, вот предыдущий влог, как бы, да, кто смотрит, в принципе, уже знает, что у меня идет ремонт, и я говорила, что у меня сейчас тут все в комнате, ну, в комнатах завалено, трудно найти место, где вот сесть, там еще что-то. Залетает, значит, я не знаю, ну, надо еще было весь влог, наверное, посмотреть, чтобы понять, что у меня завал. Надо же было столько хлама в доме, что-то захламить квартиру, что-то такое за спиной, столько хлама, так захламить квартиру. Ну, знаете, я, ну, в принципе, может быть, я даже подозреваю, откуда ноги растут, да, тем-то песня та же, мы все идем дальше, уже все переросли, идут дальше, а у кого-то все тем та же, но... Я просто ответила, что я обожаю таких зрителей, которые очень любят себя выставлять просто дураками сами. Вот, то есть не надо ничего доказывать, люди сами. И типа ничего не смущает, что в квартире идет ремонт. Вот. Ну, вот люди не разбираются. Вот. Но сейчас вот здесь вот я немножко разгребла. Может быть, в этой комнате такая она посветлее, почище. Из всех, наверное, то, что есть, не заваленное. Может быть, я засниму. Хочу показать вам вещи, которые купили. Там просто есть интересные такие моменты. Наверное, может быть, даже стоит, может быть, цены сказать, потому что в них, наверное, интерес еще особенно в том, что ценник такой прикольный. Урвала, как говорится, со скидкой. Вот. Сразу хочу сказать, вдруг кто видео не будет тут смотреть, я хочу сказать, чтобы девочки, может быть, мои услышали. Я тогда выставляла видео, мама ходила в Лори Джинс. Там были большие коллекции пижам новогодних. В этом году очень интересная коллекция у них. Одежда именно для дома. Какие-то футболочки, толстовочки. Ну, есть такие, на улицу можно ходить, там носочки. В общем, у них все в этом году прям очень клевая коллекция. И знаете, я посмотрела, материал тоже неплохой. Ну, надо смотреть, то есть оценивать, что Glory Jeans... Ну, есть хороший материал прям, но они и стоили. Но были прям какие-то очень такие дорогие цены. И я сразу сказала, Glory Jeans, она любит быстренько опускать цены, они какое-то время держат. И вчера мы были как раз в Glory Jeans, я там кое-что закупила. Уже опустили на некоторые вещи, очень прилично цены. Так что, если кто-то хочет, сейчас, наверное, самое время пойти затариться и наслаждаться. Ну, как раз сейчас уже все начали. Это я тут с 1 декабря начала, да, подготовку. И в итоге все через одно место. Многие сейчас только начинают, после 15 числа. Мне кажется, сейчас самое время себя порадовать.
Или купить подарки. Я купила там подарки. И деткам очень красивые костюмчики. Разные цены. Но уже пошли скидки. Поэтому, если у вас есть, может быть, где-то рядом Glory Jeans, сходите. Я очень рекомендую, посмотрите. И носочки – это всегда расходный материал. Вот у меня вроде… Я стала смотреть. У меня много одежды для новогодней. Такой для дома брали. Но все равно она вынашивается. То есть, хоть ты ее носишь там месяц в году, ну… Она как-то все равно же, да, домашняя, она вынашивается уже не так, то есть что-то где-то катышки за, вот у нас, например, джемпера, не джемпера, а такие толстовки, я вот у них была темно-синяя и белая, это, в принципе, мы покупали Денису, причем темно-синяя, это одна из первых, тоже мы где-то покупали давно, но он так и тоже одевал там чаще, вот, 10 дней на новогодние праздники куда-то по раз, а я в этом году у него просто их забрала, я хожу в них дома, ну, потому что здесь бывает прохладно, что я комфортно себя чувствую. До этого вот мы мама с бабушкой жили, да, там жарко, там невозможно ходить в таких. Вот. Ну, в общем, почему мне, знаете, ну, поднимает настроение, правда. Многие, знаете, я и сама помню, особенно когда работала, в новогоднее настроение почему-то нет, то, что ты в такой запаре во всем, как бы, да, не было. Я не знаю, если бы я сейчас работала, было бы у меня на это время. И, как видите, даже сейчас не работаю, у меня нет особо времени, там что-то, мы даже елку еще не нарядили, хотя я понимаю, где она будет стоять, но я думаю, что все-таки у нас это в этом году получится последний момент. Вот. Ну, в общем, я покажу, что я купила, может быть, вам кому-то это понравится, и вы захотите тоже приобрести. А так обязательно посмотрите, очень интересно. Например, сейчас я сижу, мне лампа прям в глаз бьет. Я вот так поднимаю, чтобы вы меня более-менее видели. И мне начинает сразу, меня повернуто на меня, бить в глаза. Вот. Так что вот такой делюсь для вас этим. И я, короче, заказывала. Чиндэ мне пришел заказ. И пришел на Ламоде. Я заказала. Единственное, расстроилась. Я шубу себе там прикольную, искусственную шубу заказала. Такую клевую. Она мне большая пришла. Вообще не понимаю, что с размерами происходит. Но это я все расскажу в видео. В общем, такой тоже ситуация такая у меня интересная получается. Вот. Так-то вот так вот. Все, наверное, на этом мы прощаться. В общем, как-то так. Как-то так все происходит. Пишите, как вы, что у вас уже все после 15-го. Я надеюсь, сейчас я выровняюсь. Может быть, буду все-таки также продолжать снимать влогинсы. Можете мне поставить, конечно, прогул. Получается у меня, да, там какого выходило. 14-го, за 14-е число. 7-18-е. 4 дня прогула получается. Как-то прям так это пролетело. Я даже не знаю. Ну, то есть 14-го. А, ну 15-го я начала снимать как раз. А, вот это начало, что мы едем в этот... В Леруа. Да, как раз я начала снимать. Мы съездили в Леруа. Мы купили обои. Я обои вам не показывала. Но это я завтра уже покажу. Мы купили обои. Мы выбрали ковролин. Мы прикупили какой-то мелочевки. То, что Денису надо было. А, что еще? Так, больше... Ну, такого. И поехали мы... Мы были у мамы. Ну, там клики ездили. Это вот было как раз 15-е, получается. Мы там были, наверное, весь день, получается, так, что ли? 16-го там очень много мотались по делам, там, по каким-то службам. Я, наверное, вообще ничего не снимала. Что я там какие-то... Были вставки, что? А, вот, я снимала в МФЦ. Я показала кофе, булочку и бутылку воды. Это я вам хотела, но, видите, потом не получилось. Я хотела показать, какие стильные бутылки. И очень недорогие. Вода, вот эта бутылочка 0,5, 40 рублей, это очень недорого. Но посмотрите, какая она стильная, прикольная. А 0,33 у них квадратный. Мне понравилась сама этикетка. И парень, который стоял, баристом, я брала, знаете, что какао с мятным, шоколад с мятным сиропом. Ну, конечно, сиропа прям много для меня, я так не люблю сладкий, но очень вкусный. Оказывается, он говорит, у нас паб, оказывается, это не просто там МФЦ что-то открыло, это какой-то паб, какой-то он назвал там, крафтовый паб. И вот они поставили от себя точку. Слушайте, очень прилично и все такое, в общем. Единственное, что я подошла, круассаны были одни на витрине. Я вот спросила, они свежие, но я же понимаю, что их не особо разбирают. Он говорит, сейчас. И он мне показал, какие точно есть свежие. Прям в коробке назвал. Там был карамель, шоколад, еще что-то. Взял карамельный, очень вкусный круассан. А я просто... Это был уже вечер, а я еще ничего не ела в течение дня. Мне было уже просто плохо. Вот. Мы там очень много мотались. А мы... Да. Я моталась. Денис штробил. Очень тяжело идут стены. И это было 16-е. Получается, вчера было 17-е. Я уж так вкратце вам рассказываю. Мы дома занимались делами.
Денис штробил опять. Потом мы собрались и поехали. То есть штробить можно было до часу. Мы в час собрались и поехали в магазин. Как раз мы поехали ему за кроссовками. И прошлись еще Glory Jeans, там еще что-то прошлись. И заехали к маме с Ликой. Мы там взяли картошку, крошку. Да, к маме с Ликой, с бабушкой. Картошку, крошку, приехали к ним. Мама нас накормила борщом, потому что мы хотели, у нас нет времени готовить. В общем, еще я хочу сказать, что фастфуд это действительно такое зло. Это так вообще прям... Мы уже все с Денисом такие, мы больше не можем. Ну, правда, это есть, это уже от этого воротит, хочется обычной еды. Вот, мама нас накормила борщом, мы поели эту картошку, крошку. Мы это самое меньшее зла, по-моему, которое могло, мы хотели взять фастфуд. Мы же роллы, понимаете, и вот это все, ну, блин, ну, не хочется уже ничего. Вот, то есть до такой степени мы переели. И я прям чувствую, что я от этого плохо себя чувствую. Мне болит желудок, мне вот некомфортно, ну, просто... В последнее время вообще мы отвыкли, мы очень долго не ели это все. А все на бегу, все на... Или дома уже прибежали, там уже все, сил нет, лежим, давай что-нибудь пойдем, давай что-нибудь закажем, заказываем. Это Burger King заказывали, тоже не показывала это. Но, говорю, не было сил даже снимать. Вот. И это было вчера, мы приехали уже поздно. А, мне как раз должны были сделать доставку Ламоды. Причем я ее проплатила, чтобы день в день 349 рублей набрала, аж там сначала на 30 тысяч в корзину. Потом откинул, короче, на 15. Думаю, мне так хотелось быстрее посмотреть, что привезут. И я заказала 349 рублей, чтобы доставка была с 9, в этот же день с 9 до 12 ночи. И мне где-то часов... Мы приехали специально сюда, чтобы, ну, где-то к 8 с собак погулять и не пропустить доставку. Мне звонят, не успели грузить на складе. Я говорю, как вы возьмете, интересно, мне тогда эту за доставку? Нет, мы завтра привезем, ничего не возьмем. Я говорю, ну ладно. Сегодня, правда, привезли с утра, и H&M сегодня привезли, быстро привезли. Я его только заказала. Вот. И, короче, да, вот так. Мы были дома потом. Ну, такое, что то одно протираешь, потому что пылище, тут что-то убираешь, там убираешь. В общем, такое. Вот. И, а, кстати, хотела с вами поделиться. Слава богу, у Галины... Ну, там родственники смогли посылку получить в Питере, то, что все не могли доставить. И каким, ну, по крайней мере, ей уже показали, что в посылке она прислала мне фотку. Вот. Ну, теперь надеется, либо им кто-то отвезет, либо они сами в январе приедут, и уже у них будет на месте эта посылка. Ну, по крайней мере, получили, что хоть она не пойдет ко мне возвратом. Вот. Я написала жалобу на ЕМС, ну, пока не ответили. Ну, посмотрим, что ответит. Я, конечно, вообще очень возмущена. Вот, но мне даже опять же стыдно, я Катюшу так и не отправила. Я была несколько раз в Сбербанке за это время, но у меня реально, ну, даже не было времени. Ну, короче, в общем, скоро все узнаете, почему так все это происходит, очень много происходит. Я вам все расскажу скоро. Вот так. Ладно, мои дорогие, все, буду заканчивать. Все, думаю, нечего мне вам рассказать, нечего. Вот такой большой-большой влог получился. Все, ждите от меня новых видео. Опять же, куча идей, куча мыслей, а некогда записывать. Ну ничего, все прорвемся, правда ведь? Зато, ну, жизнь-то не может остановиться, да, ради YouTube я не могу прервать все, и мне, конечно, важнее, что происходит здесь. Но также мне важно с вами делиться. Так что все, пока-пока.